Behind these doors is a giant surprise. Huge. For the past year, Chan and I have been working on a little project. And when these doors open, you'll be getting the very first look ever at the Lost City. This feels better than I thought it would. I know. I thought the same thing. I was worried, too, because these doors are really just a metaphor for adventure. Oh, my God. Wow. You're still in it. I know. It's crazy. All right. You want to get to it? Yeah, let's do it. We give to you the Lost City. Oh, hey, guys. Do you guys know there's nothing back there? Daniel. Yeah, we know. Oh. We know, Daniel. The doors are just a metaphor for adventure. Oh, sorry, I screwed it up. That was nice, though. Finishing each other's sentences. We know. Wow. All right. Ah, tea. So what? I don't know. What do you want to get something to eat? What was the last part of? You hungry? The thing of, yeah. Are we done? Ты сама привела меня в затерянный город. Теперь готовься к смерти. В этом храме всегда сотни змей наготове на случай, что мы появимся. Что? А что, они своих не кусают? Чушь какая-то. Стереть, все стереть. Лоретта, ты нужна нам для рекламной кампании твоей новой книги. Не вечно же тебе лежать в ванной и попивать шардоне со льдом. Дамы и господа, самый сексуальный мужчина с обложки! Дэш МакМэхан! Ты ведь в курсе, что ты не Дэш? Дэш — это выдуманный персонаж. Дэш! Я... Господи. Идиотизм. О, черт. Мисс Эйдж, я фанат ваших книг о затерянном городе. И я думаю, вы поможете мне найти его сокровище. При всем уважении вынуждена отказаться. Боюсь, я вынужден настоять. Развяжите меня! Это ремень безопасности. Лоретта Сейдж пропала. Я спасу ее. Пусть не думает, что я просто красавчик с обложки. Ален, ты что здесь делаешь? Тебя спасаю. У меня диплом по первой помощи, диплом по кроссфиту и бутеры. Догнать их! Все как в твоей книге. Мы попали в настоящее приключение. Дай-ка я тебе помогу. Что ты делаешь? Не Давай. Надо. Убери оттуда голову. Тут тебе не романтика. Джунгли таких, как мы, съедают. А, что это? Сейчас, убери, подожди. Пожалуйста. Пожалуйста. Я чувствую, как они высасывают мою душу. Помолчи. Оторви их, как пластырь. Только без этих звуков. Кажется, там еще. Есть еще? Они высасывают мою задницу, как пакетик сока. Мы совсем близко. Кажется, мы нашли затерянный город. Если я не попаду на этот остров, моя подруга и ее парень с обложки умрут. Чур я поведу. Лоретта Сейдж, я спасу тебя. Почему ты такой красивый? Мой отец вел прогноз погоды. Эй, мужик, ее спасать не надо. Или чем ты там занят?